Добрый день, дорогие друзья! С вами Ирина Свиридова, и сегодня очередной обзор моего заказа, который пришел в субботу. Здесь он полностью небольшой, на 53,49 балла. Итак, по порядку. Так, первое, с чего мы начнем, у нас была распродажа вот на такие вот арома карандаши, я бы их назвала. То есть это арома масла натуральные, он с шариковым аппликатором. Вот так вот, если намазать, очень удобно носить с собой. Здесь 10 мл. Я взяла два. Что они нам рассказывают? Первое у нас 100% натуральные эфирные масла. Сосна, эвкалипт, лимоны, мята луговая, шалфей мускатный, розмарин, кедр атласский, мята садовая. Это создано специально для использования в период холодов, активирует внутренние ресурсы, повышает общий тонус. Это вот этот вот у нас Cold season, на холодные сезоны. То есть мазать, здесь даже у нас написано, где мазать, то есть вот где горло, около носа виски, около груди и вот на ладошке можно мазать, чтобы сохранять себя от холодов, заболеваний. Следующий у нас Body Comfort. Здесь у нас 100% натуральные эфирные масла, кедр виргинский, кипарис, бессмертник. Что он делает? Помогает снизить усталость и напряжение, тонизирует, создает ощущение свежести и прохлады, способствует удалению токсинов, поможет после физических нагрузок, длительной работы за компьютером. Вот такой вот Body Comfort. Они были в распродаже по 149 рублей. Вот я взяла два, думаю, что надо было, наверное, взять больше, потому что на подарки. Так, что у нас дальше пошло? Дальше у нас пошло, это я все выбираю из своих купонов, коих у меня около 200 штук. Взяла по заказу вот эти два порошка. Один для цветных тканей, второй для белых и светлых тканей. Здесь в каждом порошке по 800 грамм. И каждая упаковка этого порошка заменяет 3 килограмма обычного порошка. Формула против пятен и не вызывает аллергии. То есть он практически без запаха. Делают немцы. Стоит он 449 рублей по каталогу. Рекомендую, отличные порошки. Так, дальше под заказ у меня пятновыводитель кислородный универсальный в жидком виде. Против пятен и запаха. Формула на основе активного кислорода. Рекомендован для предварительной обработки пятен и усиления стирки. Здесь 470 мл концентрированного вещества. Стоит он 229 рублей. Это у меня под заказ. Так, дальше что? Ну, как же без омеги-3. Комплекс омега-3, в котором еще у нас есть витамин Е, А и Д. Они все еще идут по распродаже. Видимо, распродают, потому что сроки годности поджимают. Здесь у нас до августа. Но это выпить элементарно. Здесь у нас 120 капсул. Стоит он 879 рублей. Рекомендую очень сильно. Так, дальше что у нас? Взяла себе две масочки. Я их беру потихонечку. Пусть будут. Работаю. Так, за счет формулы с маслом семян конопли маска смягчает, тонизирует и глубоко увлажняет кожу. Замедляет естественные процессы старения, возвращая коже гладкость, упругость и эластичность. Питает и насыщает полезными микроэлементами. Мягко ухаживает за кожей. Артикул 2045 в упаковке одна штука, стоит 149 рублей. Вообще вся эта серия просто суперская. У меня опять мыло. То есть у меня как омега-3, теперь у меня будет практически в каждом заказе мыло. Был очень хороший отзыв моей покупательницы, и люди начали заказывать, и я сама начала пользоваться. Это абсолютно натуральное крем-мыло. Делаю акцент на слове крем-мыло. Здесь 99,5% натуральных веществ. Подходит для веганов. У нас здесь оригинальная упаковка, которая биоразлагаемая. И здесь 80 грамм. Стоит 149 рублей. Классное мыло, очень нежное. И от него очень необыкновенное ощущение, когда утром умываешься. Так, в этом же заказе у меня появились в продаже праймеры для губ. У меня девочка давно заказывала. Вот, наконец, они появились. Это вот такой вот праймер для губ. Вот так он выглядит. Стоит 399 рублей. И что он делает? Праймер для губ выравнивает и разглаживает кожу губ, устраняет сухость и шелушение кожи, предотвращает растекание помады за пределы контура губ. Активный компонент – гиалуроновая кислота и масло личи. Результат – идеально подготовленные губы для нанесения макияжа. Здесь 3,3 грамма, стоит 399 рублей, очень экономный в использовании. Просто от слова «очень». Да, кстати, скажу на всякий случай, артикул 40, 394, его не было в продаже, сейчас они появились.
Так, себе купила вот такой вот фитобальзам для кожи вокруг носа. Эффективное средство помогает справиться с неприятными ситуациями, когда у нас насморк, можно мазать нос вокруг носа, и здесь он, у него запах, как у всем известной звездочки. Здесь у нас 30 миллиграмм, и стоит он 149 рублей, артикул 28-27. Я до этого уже брала, но отдала сыну. И здесь у меня есть немножко нижнего белья, о нем я расскажу попозже. И вот о чем я еще забыла сказать. Это угольное концентрированное средство, гель для мытья посуды. Здесь алоэ вера и уголь против загрязнений и запахов. Сила древесного угля быстро устраняет любые неприятные запахи, облегчает устранение жира и соусов. Подходит для мытья детской посуды. Вот значок 0+. Здесь пол-литра концентрированного вещества. Стоит 179 рублей. Итак, вот такой вот небольшой заказ. Сейчас я сделаю небольшое видео про белье, которое я сегодня взяла. Итак, всего вам доброго и хорошего дня.